Год назад я читала Сережины стихотворение, клеила брови, усы из сумки пушистой, вырезала все это. Очень волновалась тогда, Сережке хотела показать, что получилось. Но сейчас, думаю, это не обязательно. Не готовила ни усы, ни брови. Я думаю, что даже стилистика не обязательно. Планирую на малой высоте, практически на бреющем полете, и бурно реагирую на всех интересующихся, мол, куда ползете. Я точно знаю свой автопилот, ну, это тело, тема для отдельного рассказа. Ну, разве летчика поймет какая-то прохожая зараза? Да. Мы сегодня малость не в себе. Но это же от внутренних конфликтов. Здесь была одна ступе, а хрен с ней. Добежал Борзов до лифта. От сволочи. Нагадили опять. Я ступился левую рукой. Теперь придется Розе объяснять, что это пахнет лифтом. Не мною. И носом мягко тыкаюсь в пупок. Я к вечеру какой-то невысокий. Я так сегодня, Роза, одинок. А ты ж секретный мой аэродром подскока. Нет, не пришел я, прилетел на крыльях, блин, так сказать, любви и счастья. И у двери тихонечко присел. Собраться с мыслями. И малость отдышаться. Ты говоришь, на крыльях прилетел? Где ж левая? Рел в говно измазал. Позавчера соловушкою пел, что я и проститутка, и зараза, что ты гнуснее сроду не встречал, что от меня селедкою воняют. Теперь же недоносок отвечай. Хуиз, сейчас я обоняю. Сам обосрался, сам и обтекай. Ползи домой, тут будет недалеко. Пометь я условием на май. Закрылся твой аэродром подскок. Филипп. Спасибо, Сережа.